Лабай после своих бурных выходных жив-здоров. Видите, оказывается, не пропал дед Лабай. Дед, так все спрашивают, где ты был на свои выходные? У меня спина болит. Дед придумал отмазку, что у него болит спина. Причина есть. Я думаю, дед, ты где-то хорошо похудел. Не, я не. Потому что я не пил. Потому что я говорю, что после выходных спина не может быть, может болеть только голова. Да. Во-первых, я не пью, ну, еще на эти месяцы у нас вообще нельзя. Да? Да, это святой месяц. Понятно. Вот, ребят, такая погодка у нас на улице, сухо, четко все. Короче, нам прилетел интересный заказ с дедом. Будем сейчас на старом протекторе, да? На самолете, да? Баллон самолет. Не, я не знаю, какой там баллон. Ну, короче, будем нарезать протектор. Вот, короче, интересный заказ. Вот решили вам снять, поэтому остаемся, смотрим. Мы погнали. Да, дед? Да. Вот, ребята, с дедом приехали нарезать протектор. А ну присядь, чтобы размер колеса было видно. На. На таких колесиках. Вот мы уже нарезали. Такой рисуночек выходит. Роман. Дед говорил, что ему не верят, да, что бывает нарезка протектора, правильно? Да. Так кто дед тебе не верил? Ребята. Ребята, вот покажи им машинку. Не, все, сборы покажи. Как она выглядит. Вот вся машинка. И режет именно вот здесь лезвие. Но оно раскаленное лезвие. Сейчас покажем, когда. Угу. Ну все, начинаем резать протектор. У нас он вот такой. Зацепа нету. Сейчас сделаем, чтобы был зацеп. Да, дед Лабай? Да, да. Берем нашу машинку. Так. Сейчас я удобно стану. И погнали. Раз. Погнали. Два. Вот, ребят. Также нарезается и на фурах, и на грузовых автомобилях. Все одним путем. Так что кто там у деда не верил, что протектор нарезается. Нарезается еще раз стирается, потом еще раз нарезается. В некоторых автомобилях бывает нарезают протектор по 3 раза. И шина ходит, пока, ну, как, пока уже корд не пойдет. Это только на грузовых. На легковых не нарезается. Все. Примерно 1 минута вот этого колесика резко занимает. Сейчас я с этой стороны еще покажу. С двух сторон было видно. Раз. Два. Еще раз здесь. Три. Вот. Получается примерно вот так. Эти колесики. За работу. Вам интересно, сколько нам нужно нарезать? У нас 8 колес. Одно колесо нарезается минута, 11 тысяч стоит эта работа. А времени сколько займет? Ну, минут 10-15, да? Да. Все, пока, нажми кнопку. Ребят, дед Лабай снимает. Тоже дед вот снимает. Самолет. Самолет? Да. Какой? Москва, Душанбе? Не, Москва, Германия. Москва, Германия? Германия. Ты решил в Германию ехать жить? Да. Все, нарезали мы с дедом протектор нашей замечательной машинкой. Дед сейчас убирает излишние эти, как куски резины, да? Да. Сколько мы времени нарезали? 15 минут. Минут 15, 8 колес, да, ребят.
15. Быстро, да? Такая резина, кусочки пооставались. Встал, дед? Что? Спина болит? Не спина. А, спина уже не болит. За 15 минут не болит. А, не болит. А то же, ребята, в чем прикол? Дед, когда после выходного вышел на работу, то он, знаете, что делает? До обеда, значит, он до обеда вот так ходил. Ой. Ну, надо же вид создать, что еще спина не прошла. Так, ой, ходил. Ну, говорит, спина болит. И главное, каждый час, именно когда я рядом, таблетку пьет, типа от спины. Вот, да. А потом, после обеда, он забыл, что надо вид создавать, что у него спина болит. И все, начал бегать. Я говорю, где-то спина. А говорит, уже прошла. Все. Говорит, уже не болит. Да? Да. Говорит, я увидел деньги, потому что чаевые дали. И сразу спина перестала болеть после чаевых, да? Да, дед? Да, да. Дед хитрый. Покажи лезвие. Ребят, я закрыл. А, закрыл, да? Так, ну все. Колесико готовы наши. Все, отключаем, все, собираемся. Отключаемся и собираемся. В общем, все. Заказ сделан. Взяли мы 11 тысяч рублей за 15 минут с дедом. Да, дед? Да. 11 тысяч взяли? Да, 11. Колесико маленькие, с какой-то тележки, да? Да. И дед, ребята, говорит, что у него после таких колесиков, которые весят по 250 грамм, спина болит. Я же говорю, дед 100% забухал, а ничего, а никакая спина не болит. Ну, сколько колесика? Ну, грамм 300. Ну, килограмм пусть. Не, откуда килограмм? Да? Спина говорит, дед говорит, главное, ой, говорит, спина болит. Ой, ты, дед, кадрист. Чаечек пьем. Деду нельзя, в деда пост. Я 21-го, после 21-го начинаю пить. Это чай пить. А-а-а, так пить или бухать? Не, чай. А, чай пить? А бухать когда? Бухать не будем. Я же не пью. А, да? Ну ладно. Ребят, всем привет, кто нас смотрим. Обязательно пишем комментарии про деда. Дед жив, здоров. Как всегда на месте, да? Да. В своем репертуаре. Вот. Едим тушенку. Вот. Настоящая, без ГМО. Да, дед? Да. Все четко, все по плану. В общем, мы работать. Надеемся, видео понравилось. Вот. Пишем комментарии еще. Ну, и как всегда, до новых встреч. Пока-пока.